В древнем Египте его считали растением бессмертия. Для инков и индейцев это было чудо с небес. Мы говорим об алоэ вера. Die Rede ist von der Aloe Vera. Мексика. Здесь идеальные условия для роста этого исключительного растения. Ветер, солнце и иногда немного дождя. Sonne und ab und zu ein bisschen Regen. Джесси Гарсия при обходе своих полей с алоэ. Здесь выращивают алоэ вера эксклюзивно для LR Health and Beauty System, естественным способом без использования химических средств. Гель, который находится в листьях, содержит более 100 ценных и необходимых для человека веществ. Алоэ действует на всех положительно. Оно приносит много пользы, и мы рекомендуем каждому использовать его ежедневно. Алоэ можно пить и использовать как наружное средство. Ежедневно пить гель из алоэ вера и ухаживать за собой с помощью косметики из алоэ. Ежедневно на полях с алоэ вера собираются вручную самые большие и самые сочные листья. После уборки алоэ везут прямо на завод для быстрой переработки. На фабрике листья алоэ вера сначала тщательно очищаются, затем листья алоэ режут на кусочки. Следует фильтрация и очистка нарезанных листьев, пока не остается только чистый гель. So nutzt man die Aloe optimal. Весь производственный процесс очень бережный, чтобы максимально сохранить ценные вещества, содержащиеся в алоэ. LR уже много лет является одним из крупнейших мировых изготовителей продуктов из алоэ вера. In der Fabrik werden als erstes die LKWs entladen. Als nächstes werden die Aloeblätter in einem Wasserbad gereinigt, bevor sie dann in die Filetierung kommen. Hier werden die Aloe-Filets aus den Blättern geschnitten. Anschließend werden die Filets gefiltert und gereinigt, bis nur noch das reine Gel übrig bleibt. Ein hundertprozentiges Naturprodukt. Die Aloe-Gel-Produktion entspricht höchsten Qualitätsstandards. Sie wird regelmäßig vom unabhängigen Institut Fresenius geprüft. Das gesamte Herstellungsverfahren ist besonders schonend. Nur so bleiben die wertvollen Inhaltsstoffe des Blattgels zu 100% erhalten. LR Health and Beauty Systems ist seit vielen Jahren als einer der weltweit größten Hersteller von Aloe Vera Produkten tätig. Mittlerweile stellt LR über 40 qualitativ sehr hochwertige Produkte für Frauen. В настоящее время LR производит более 40 продуктов на основе алоэ вера для женщин, мужчин и детей. Все продукты отличаются высоким содержанием геля алоэ. За разработку продуктов отвечает доктор Раймунд Лейерхаммер. LR verwendet die Aloe Vera für innere und äußere Anwendungsgebiete. Auf dem Gebiet der Lebensmittel- und Nahrungsergänzungsmittel. LR использует Aloe Vera как для внутреннего, так и для наружного применения. В области продуктов питания и пищевых добавок это напиток. В косметике, в кремах, лосьонах, гелях для душа, шампунях. При этом мы обращаем особое внимание на высокое содержание Aloe Vera в изделиях и строго следим за соответствием содержащихся в них веществ, полученным сертификатом. Und darauf achten, dass die Inhaltsstoffe nach Zertifikaten, wie zum Beispiel dem IASC-Siegel, ausgezeichnet sind. Косметические продукты LR содержат очень высокую долю алоэ вера. Они придают коже влажность и охлаждают ее. Качество и влияние на кожу проверяется независимым институтом Dermatest. Und die Hautverträglichkeit dieser Produkte von dem unabhängigen Prüfinstitut Dermatest untersuchen lassen. Качество продуктов LR, которые мы здесь тестируем, во всех случаях было очень хорошим. Мы отметили очень хорошую переносимость и оптимальное восприятие для различных типов кожи. Необходимо особенно отметить напиток из геля алоэ. Он является единственным напитком из алоэ на рынке, который оценен популярной печатью Fresenius, сертификатом наивысшего качества и чистоты. Das Besondere an der Rezeptur ist, dass der Naturkokos. Эта рецептура исключительно благодаря сочетанию меда и геля алоэ вера. LR использовал старинный рецепт францианского пастора Романа Зага. Die ein Pater Romano Zago
abgemischt hat und die wir als Firma LR bis in die heutige Zeit hinübergerettet haben. Und auf diesem Именно поэтому Рецепт готовит для себя напитки Джесси Гарсия на своей плантации Алоэ. Produzent in Mexiko mixt täglich für sich und seine Verwandten frischen Aloe-Saft. Seit vielen Jahren mischen wir uns unseren Aloe-Saft selbst. Wir filetieren die Aloe-Blätter bei uns im Garten. Уже много лет мы делаем напиток из алоэ сами. Ель смешиваем с небольшим количеством меда. Потом еще добавляем сок лимона для выравнивания уровня pH. Все это имеет очень приятный вкус и действительно хорошо действует. Пьем мы все, как мой 14-летний племянник, так и мой 61-летний двоюродный брат. И всем нам это приносит пользу. Und das tut uns allen gut. Хайко Рот из Нойенталя. Уже 8 лет активно сотрудничает с Алоэ, как успешный партнер и очень хвалит продукты с Алоэ Вера. Особенно ей нравится напиток с гелем. Я уже 3 года регулярно пью алоэ вера. Мое здоровье ощутимо улучшилось. Первоначально я относилась очень скептически к алоэ, но решила предоставить возможность продуктам с алоэ вера показать себя. А когда человек начинает немного заниматься алоэ, то скоро обнаружит, что оно подтверждает свою славу и действительно является исключительным. Продукты Aloe Vera от LR обладают следующими преимуществами. Используются исключительно самые лучшие части из середины листа. Процесс производства сока из Aloe Vera очень бережен. Используется очень высокая концентрация геля Aloe Vera. Производство напитка с гелем из Aloe основано на проверенной временной рецептуре. Это единственный напиток с гелем Aloe на рынке с печатью Fresenius. Продукты LR из Aloe Vera являются ценным строительным материалом для ежедневной заботы о хорошем здоровье.